Дорогие друзья, сегодня со мной мировая легенда олимпийского бокса, чемпион Европы, чемпион мира, чемпион Олимпийских игр Егор Михонцев. Сегодня все олимпийские чемпионы, 10 олимпийских чемпионов в России обратились к губернатору Глебу Сергеевичу Никитину о постройке в городе Городце боксерского центра. Земля была выделена, проект прошел государственную экспертизу. Четыре депутата Государственной Думы написали письма в адрес губернатора. Синагога Нижегородская тоже поддержала письмо. Но по каким-то причинам в 2022 году вопрос этот финансово не решился, хотя проект прошел государственную экспертизу. Цена сегодняшнего этого центра составляет 112 миллионов рублей под ключ. И вот мне сегодня говорят, что надо обращаться к Владимиру Владимировичу Путину и к Михаилу Викторовичу Мишустину. То есть это губернатор вопрос решить не может в нашем регионе. Поэтому я через социальные сети с Егором Михонцем, со своим другом, который поднимал флаг России, обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину и к Михаилу Викторовичу Мишустину. И Егор Михонцев меня всегда поддержит. Это 10-й олимпийский чемпион, который будет обращаться в социальных сетях в поддержку нижегородского бокса, где в городе Городце должно начаться строительство бокса. Можно, Егор? Мы поддерживаем Андрея, мы поддерживаем развитие бокса, мы поддерживаем детский спорт и строительство центров бокса на территории всей России, и в том числе на территории Нижегородской области. Я хочу лично от себя обратиться к губернатору, ко всем должностным лицам, кто причастен, кто может посодействовать и помочь в этом, в реализации этого прекрасного проекта. Все-таки помогите. Сделайте хорошее дело. Это очень важный момент. Ведь именно там будут тренироваться наши будущие бойцы, те, кто вот сейчас находится, защищает нашу родину сейчас. Те будут готовиться там, в том числе и там. Поэтому это очень важный социальный объект для нашей молодежи. Поэтому призываю помочь. Еще раз, это государственное задание президента Российской Федерации.